Михаил Игнатьев встретился с председателем Совета старейшин при главе Чувашской республики Львом Кураковым. На встрече обсуждались вопросы социальной политики. Михаил Игнатьев поблагодарил Льва Куракова и членов Совета старейшин за поддержку социально значимых инициатив республиканского правительства, участие в обсуждении нормативных документов. 57 видов субсидий, которые заложены в бюджете, мы их выполняем. Соответственно, сбоев никаких не будем допускать. Касаясь, опять-таки, ветеранов, которые имеют соответствующие льготы по жилищно-коммунальному хозяйству, 1080 рубля там, ветерана труда, прежде всего трудового стажа, который мы принимали, и соответствующие решения получаем. Конечно, мы заложили в бюджете на 20% больше средств, в связи с тем, что услуги ЖКХ с 1 июля подорожают. Мы будем со стороны государства оказывать содействие малообеспеченным семьям. Лев Кураков рассказал, что опыт Чувашии по созданию Совета старейшин при главе республики вызвал интерес и одобрение за пределами региона. Лев Пантелеймонович отметил, коллегиальное обсуждение актуальных вопросов позволяет найти оптимальное решение. Когда обсуждаешь коллегиальные вопросы, да, открыто. И сложные вопросы можно найти точку соприкосновения и их решать. А если, как его не обсуждаешь, на пустом месте могут возникнуть проблемы. Глава региона рассказал председателю Совета старейшин, что накануне жители столицы обратились к нему с просьбой увеличить в летнее время количество бесплатных поездок по льготным проездным с 60 до 80 за счет их сокращения в зимний период. Михаил Игнатьев заметил, что правительство Чувашии всегда готово поддерживать конструктивные предложения.